Слово «комплимент» пришло к нам из Франции, где люди умеют не только их говорить, но и на них реагировать. Как же поступать в этом случае соликамцы, сейчас узнаем. Отлично. Я люблю, когда мне делают комплименты, потому что это очень мило и красиво. Ты очень симпатичный. Как ты отреагируешь? Спасибо, я знаю. Классно. Кто чаще делает тебе комплименты? Твои друзья, девчонки, мама? Ну, мама — это святое. Все. Милота. Особенно это прохожие. Очень хорошо. Вы такая красивая. Спасибо. Позитивно. А кто тебе делает чаще комплименты? Мама. На комплименты, а мне их никто не говорит. А раньше? Раньше, наверное, положительно. Моя, вы хорошая. Вы очень хорошо выглядите. Спасибо вам большое. Так мне 81. Великолепно. Очень хорошо. Кто чаще делает тебе комплименты? Никто. Хорошо очень. Кто вам чаще всего их делает? Ой, ну только супруга может, потому что мы больше детей нет уже здесь. А вы делаете комплименты? Стараюсь. Как часто? Ну, и как бы не удаюсь к этому. Ну, бывает, когда по случаю. Пусть супруга делает вам комплименты. Почему? Обоим надо друг другу. Уважать надо. Добавим, по словам сотрудников Национального института физиологических наук, мозг человека реагирует на комплименты так же, как на вручение большой денежной награды.